Газета номер 3 за 15 год. Как всегда, я тут сижу, смотрю на вас. Здесь еще идут старый мой сленг. Чтобы долго жить и здороветь, Малахов Про надо иметь. Вы подпишитесь на газету, и в помощь вам мудрейшие советы. Конечно, подписывайтесь на мои газеты. Стоимость газеты 5 рублей всего лишь на все. Подписывайтесь на один номер. Подписывайтесь на моем сайте Малахов Про. Есть, конечно, сайт Гинеша, дружественный сайт. Там больше, значит, работает мой сын. Но в основном информационный сайт, который ничего не продает, это Малахов Про. Значит, в марте Луна рекомендует. Вот. Что она рекомендует? Так, немножечко рассказывается о марте. Что в марте делать? И потом вот мой травник. О, рассказываем о тмин обыкновенный. Тмин обыкновенный. Очень интересное растение. Они, растения все очень интересные. Нету неинтересных. И как его использовать, заготовка хранения, применение, химический состав, свойства, противопоказания, отвар, масло, семена тмина в чистом виде применять. Вот, семена расторопши. И опять мы подошли, в том номере, во втором не было, а вот в третьем, познавательно-практическом разделе, я опять заканчиваю гипертоническую болезнь. Значит, здесь идет профилактика и лечение гипертонии. Еще разок повторяю, что это такое. Да? И начинается, значит, а вот что делать тем, у кого уже возникли более-менее стойкие спазмы стенок артерий? Ничего страшного, имеется масса эффективных методик для их снятия. Перечислим их, а дальше уже, конечно, они там, ну, более там подробно будут развернуты там в других моих работах. Например, голодание от 2 и 3 более суток великолепно ведет к самопроизвольному расслаблению всего организма и быстро снижает повышенное кровяное давление. И именно в клиниках лечебного голодания с ним хорошо справляется. Потом аутогенная тренировка, релаксация, медитация. Ну, тут надо уже научиться расслабляться. Это не так-то просто сделать, но можно. Различные дыхательные методики, особенно бутейка, способствуют тому, что... Дело в том, что он сам излечился от злокачественной гипертонии бутейка, поэтому он знает, что это такое и как это дыхание способствует расслаблению. Ну, в результате дыхания по бутейке в организме накапливается углекислота. И именно углекислота способствует тому, что расслабляет мускулатуру, расширяет сосуды и снимается, естественно, гипертония. Так, точно так же снимается и спазмы при астме, которые возникают от удушья. Физическая нагрузка, такая умеренная физическая нагрузка способствует тому, что она создает контраст в организме между напряжением и расслаблением. Потому что если человек ничего не делает, он вот так вот сидит, у него ничего не напрягается, не расслабляется. У него все находится в какой-то в одной паре. И поэтому организм и вот эти вот сосуды не перестают реагировать, когда надо расслабиться, когда надо, будем говорить, сократиться. У него все в каком-то таком вот нерабочем состоянии, отсюда дальше возникает
Вот музыка и песни, распорядок дня. Устраняем старые эмоциональные травмы. Потому что именно старые эмоциональные травмы, они, знаете, как бы создают основу, зернышко заложили, а потом в течение жизни она только усугубляется. Далее идут различные тут вот чаи, питание, украшения, даже конфеты есть. И как их сделать есть? 200 грамм кураги, 200 грамм чернослива, 200 грамм фиников, 3 столовые ложки меда, 20 грамм сухого порошка мяты, значит, столовая ложка сверху. Значит, и как это все это сделать? Раз, почистили, перемололи, заделали. Значит, морскую капусту используется вместо поваренной соли. Что надо ограничить? Какие украшения, кстати, можно носить? Что дает? Вот какие минералы успокаивают, какие наоборот могут вызвать провоцирование кризиса гипертонического. Народные рецепты против гипертонии. Вот обычный укроп, смесь сока от гипертонии, настой калины для укрепления сердечной мышцы, густая кровь, варикоз. Сделать ее более текучей. Что ее делает более текучей? Кстати, можно и пиалки применять. Я тут не указал, но это можно делать. Значит, чай из коры калины, из травы пижмы. Кстати, все горькие травы, они способствуют тому, что действуют более-менее разжижающе. Но слишком много нельзя, потому что они начинают сушить. То есть горечь усиливает различные циркуляторные процессы в организме. А именно это то, что нам и надо. Значит, плоды хурмы. Кстати, сейчас вот начинается, это у нас идет уже 16 ноября, время, когда появляется хурма. Поэтому не пропускайте сезон хурмы и усиленно ее употребляйте. Она способствует многим таким интересным явлением положительным в организме. Она и питает сердечную мышцу, да. Значит, она и нормализует пищеварение, и способствует очищению кишечника, потому что она такая водянистая, содержит много этих пищевых волокон. То есть она много действует. Потом сам цвет он придает, знаете, такое вот эмоциональное возвышение. Ну, хорошие вещи делает хурма. Есть такие продукты. Вот, далее что там? Кстати, вот из движений арабские танцы, вот когда человек так движется, тем самым улучшает кровоток во всем организме. И тут как раз вот женщина, преподаватель арабских танцев, она потеряла первого мужа, умер от инфаркта, стресс, потом, значит, она там вроде отошла, потом опять у нее было какое-то потрясение. Вот повторно вышла замуж через 8 лет. Ее второй муж, все повторяется вновь, переживание, скачок давления, второй инсульт и так далее. Вот, в итоге, и используя, значит, танцы, она полностью восстановилась. Но тут, чтобы не было вот этого вот скачка давления, важно нам отнестись к тому или иному жизненному явлению адекватно. И тогда этого не будет. Так, волновая генетика, слова, порождающие болезни, влияющие на судьбу. То есть, что вообще-то не надо говорить. Например, надоело до тошноты, стыд по горло, с души воротит, вызывает, поддерживает и усугубляет нервную анорексию, потеря интереса к жизни. Видите, очень, будем говорить правильно, надо относиться к словам. Так,
Я быстренько пробрасываю, потому что у нас время на каждую газетку 10 минут. Теория и практика самооздоровления. Тут, значит, я рассказываю о методиках, кто, как, на что обращал внимание, попал в ту или иную ситуацию и потом выкарабкался из нее. Значит, мочекаменная болезнь, колики бывают разные, что это за колики. Это наша реклама, ну и на этом мы закончим.